была встреча с президентом, на которую собрались молодые люди до 35 лет. Это молодежь компании APL. И мы сегодня получили один из самых мощнейших тренингов, которые, наверное, только могли получить в жизни. Тема тренинга была, как выйти из зоны комфорта, как зарабатывать больше и почему деньги притягиваются к деньгам. Чтобы быть успешными, надо научиться тратить деньги. Поэтому Сергей Сергеевич сегодня на нашем тренинге, он дал всем задание научиться тратить хотя бы изначально миллион. Для молодежи в APL важен, наверное, в первую очередь заработок, потому что, выходя из каких-то учебных заведений, да, молодежь сталкивается с тем, что сложно найти работу или на ту зарплату, которую они получают где-то на предприятии, просто невозможно осуществить все свои желания. Поэтому все больше людей приходят к осознанию того, что сетевой бизнес, он открывает совершенно новые двери, и компания APL, в которой такой молодой президент, молодой креативный отдел, столько куража, столько красивых, ярких путешествий. Конечно, это все видно, это видно в соцсетях, и это привлекает молодежь к нам. Я люблю компанию APL именно за то, что здесь можно красиво отдыхать, путешествовать. Здесь необыкновенный бизнес, не то, что традиционно происходит на Земле. Здесь необыкновенные люди, с которыми мы общаемся, проводим встречи, проходят тусовки, встречи с президентом. То есть мы все вместе встречаемся, знакомимся, постоянно добавляются новые люди, приходит молодежь, и это, конечно же, очень сильно радует. Общение, новые люди, яркие, творческие, невероятно интересные, да, то есть это невероятные такие шоу, вечеринки, сейчас мы на круизе, да, это вот это невероятное состояние такое, когда ты приезжаешь и ты видишь людей, которые рады тебе. Для молодежи нету более справедливой бизнес-системы, если мы говорим о цифрах и о гарантиях каких-то. Сегодня молодежь везде ищет гарантии. И сетевой бизнес, правильный сетевой бизнес, который дает APL, это гарантия 100% результата. Но об этом мы отдельно говорим на тренингах. Вот именно поэтому из-за гарантии, из-за результата, из-за цифр я здесь. И любому молодому человеку, молодой девушке нужно быть здесь. В компании APL я нашла все, что ценно. Это семейные ценности, возможность работать вместе со своей второй любимой половинкой. Это путешествие, путешествие с, опять-таки, семьей, с детьми. Это продукт, который дарит здоровье. Это окружение, успешные, счастливые, здоровые люди. И, конечно же, это люди, которые мотивируют, которые заряжают, вдохновляют. Это наше руководство. Если подытожить все, что мы сказали, наверняка каждый молодой человек, уважающий себя, проходил тренинг в том или ином виде о колесе баланса, да, который надо заполнить. А всегда после тренинга встает вопрос, как его заполнить? Вот в компании APL в сетевом маркетинге заполнить его можно раз-два.